Наши дети так упрямы, это каждый знает сам. Говорят им часто мамы, но они не слышат маму. София под вечер с прогулки пришла и куклу спросила. Как дочка одела? Опять ты залезла под стол не посеть? Опять просидел весь день без обеда? С этими дочками просто беда. Скоро ты будешь, как спичка куда? Садись-ка обедать, вертушка. Сегодня к обеду ватрушка. Софийкина мама с работы пришла. Софию спросила. Как дочка дела? Опять заигралась на ее в саду. Опять их хитрее забыть пойду. Обедать бабу дела. И не раз, а ты отвечалась. Сейчас, да сейчас. С этими дочками просто беда. Скоро ты будешь как спичка худа. Иди-ка обедать, ведушка. Сегодня к обеду ватрушка. Тут бабушка, мамина мама пришла. И маму спросила. Как дочка дела? Наверное, в больнице за целые сутки. Опять для еды не нашла ни минутки. Не узяла за весь день сидеть без обеда. Уж доктора встала, а все не поседа. С этими дочками просто беда. Скоро ты будешь как спичка куда. Иди-ка обедать, вертушка. Сегодня к обеду ватрушка. Три мамы на кухне сидят. Три мамы на дочек глядят. Что с дочками сделать упрямой? Ох, как мне просто быть маме! За то, что когда нам приходится туго, мы можем всплакнуть у родного плеча. Любим ее за то, что порой становится строже, морщинка в глазах. Но стоит с повинной прийти головой, исчезнув морщинки, и мчится гроза. За то, что всегда без утайки и прямо мы можем доверить и сердце свое. И все потому, что она наша мама. Мы крепко и нежно любим ее.
ужалит, а ночью приснится огромная яма. Провалимся, падаем, выкрикнешь: «Мама! Мама!» Мама появится рядом со мной. А все, что пугало, придет с тобой. Она улыбнется, исчезнет за носом, царапина, ссадина, ребенки и смазки.